Привет! Вы на канале Картофан? Нет. Вы на канале Два Тараса все-таки. И я вам сегодня покажу мою самоделку. Лего Тутанхамон. Вот такой вот Тутанхамончик. Вот Тутанхамон. Он вот такой вот. Вот такой вот фараон. Я вам расскажу, как его делать. Понадобится дрова, а это вот у Хамона вот такие вот ноги. Понадобится бумага. Понадобится мелкие ноги, вот такие вот, как я вам только что показываю, мелкие ноги, вот такие вот мелкие ноги. Вставляем их сюда в тело. Тело можно взять у индейца обычного. Тут такие руки, как у индейца. Такие вот руки. И как сделать повязку на... как вам сказать, вот эту юбку. Вот просто обрежьте бумагу и заклейте. Вот что у нас получается. Голову вы можете сделать... в принципе, маску вы можете сделать из фараона квеста, либо вот такую вот маску, либо покрасить мумию вашу, не мумию, а маску этого обычного стражника из мумии, и все, и у вас получится. Голову взять из любую, вот, то есть, вот такая вот голова вот. Вот эта вот голова, она простая такая вот. Головка, как головка. Даже не знаю, вот как называть. Простая головка, в принципе, вот. Такая вот головка. И вцепляем эту головку к нашей изобретению. И получается у нас такой юноша. Последнее, что у нас осталось, это... снять маску, сделать такую вот такая вот маска. Такой Тутанхамон вам покажу, у нас получился такой вот Тутанхамончик. Можете его куда угодно использовать, даже для лего мультика. Пока-пока. С вами был Тарас. И набирайте больше лайков, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Тарас. Всем пока!